Оно внутри очень-очень пористое, как губка. Ребята, хотим представить вам канал наших друзей Глеба Тюб. Сейчас у них проходит конкурс, и можно выиграть коробку с киндерами. Для участия в конкурсе вам надо обязательно подписаться на канал Глеба Тюб и посмотреть видео с условиями конкурса. Ссылка в описании. Всем привет! Вы смотрите Вики Шоу! А знаете, что мы сегодня будем делать? Мы положим мыло в микроволновку и посмотрим, что будет. Да, Вика увидела совершенно случайно этот эксперимент в интернете. Да. Что там было, Вика? Там было такое облако из мыла. Да. А там кто-то расплывал, какой-то дяденька или тетенька расплывали какие-то всякие мыляшки. Да, и Вика тоже очень захотела его проверить. Мы специально купили несколько сортов мыла. Здесь и полосатое, и прозрачное, вот это Викина любимая. И еще есть разные цветные, синие, розовые, белые. Ну что, пойдемте скорее. Это мои любимые. Ухо запахнет. Вкусно пахнет. Смешать будет вообще вкусно пахнет. Во весь дом. И, ребята, ни в коем случае не проводите этот эксперимент без участия взрослых. Это опасно, просто опасно. Мы начнем сначала с простого белого мыла. Угу, давай поставим аккуратно. Так. Ну что, включаем? Включаем. 2 минуты пока выставлю. Старт! Что с ним будет? Задымилась. Дай-ка, осторожно. Так, и что тут у нас? Дым идет, мыло шкварчит. Но облако у нас не получилось с тобой, Вик. Ну-ка, вытащим. Вот, мне кажется, это от мыла зависит. Ой, а, смотрите, какое оно мягкое. Оно как крем. Горячее. У нас есть еще 2 вот таких. Да, теперь мы попробуем цветное мыло. Давай, клади. Дотягиваешься? Одно сюда, одно сюда. Закрываем. Посмотрим, как оно у нас будет вздуваться. И что с ним будет? Ну, есть что-нибудь? Пар идет. Только пар. Только пар. Пара нет еще. Я видела сейчас. О, смотри, оно что-то сверху вздувается немножко. О, снизу тоже. Снизу тоже? О. Розовое, да, синее. О, оно. О, розового ужас. Что там происходит? Оно дымится. Фу. О, ребята, у нас мыло пригорело. Звучит, конечно, необычно. Посмотрите. А что случилось? Оно сгорело у нас. Фу. Фу, это как будто мясо. Вот, посмотрите, оно как маршмеллоу, да, Вика? Да. Осторожно, горячее очень. Подожди, с этой стороны тут вообще капец. Вот. Ай, горячо. У нас 3-я попытка. Сейчас мы будем пробовать вот это яблочный вкус, или как там, арбузовый. Пахнет яблочный. Пахнет, да, но видите, оно прозрачное. Может быть, оно лучше будет вздуваться. Сейчас посмотрим. Да. Включаю. Где у тут нас запах? Вся квартира провоняла мылом. Запах стоит очень и очень сильный. Так, о, смотри, смотри. Опять дымится. Он взрывается. Что происходит? Останови! Что происходит? Сколько там дыма? Оно кипит, Вика. Тогда останови быстрее. Но оно тоже не растет. Почему? Ну-ка, Вика, осторожно. Вот что у нас получилось. Из прозрачного мыла.
какая-то черепашка расплавленная. Вика, смотри. У нас опять не получилось. Что такое? Может, с другим мылом получится? Может, надо подольше подержать? Так, ну что, ребят, попытка номер 4. На этот раз мыло у нас полосатое. Дуру, по-моему, да, Вика, называется? Не помнишь? Не помню. Все, давай, включаем. Смотрите, оно растет, точно, Вика. Ух ты! Вау! Это просто классно! О, господи! О, что это? Что за пирожок? Это же косточка собаки. Ой, я дышать не могу. Я тоже не могу. Ай, фу, пахнет. Ой, дышать нечем. Растет, 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 растет. Растет, как слон. Слонята же быстро растут. Так. Смотри. Это реально на слона похоже. Как бы у нас... Не взорвался он? Сколько? Когда нужно выключать? Я боюсь. Уже прямо сейчас нужно выключать. Представляете, ребята, у меня глаза слезятся. У меня тоже. Все, не растет больше? Не растет. Выключаем. Глаза слезятся у нас. Ой, дышать нечем. Фу, дышим толком. Вау. Вот это слоник получился. Но это очень красиво. О, прикольно, ребята! Смотрите, как здорово! Во, что получилось у нас? О, отсюда медвежонок выглядывает! Оно осталось таким же полосатым, что самое интересное, Вик, смотри! Да! Классно! Сейчас оно немножко остынет. Так, положим еще два. Точно это мыло дуру. Все, положили. Закрываем и включаем. А, смотри, один пошел. Да, вот наверху. А, и другой тоже, все, они поднимаются. Вот-вот пошли. Да. Слева он сильнее пошел. Угу. Смотри, как их наклонило в разные стороны. Да. Друг от друга. Как будто это мостик раскрылся. Да, да, правильно, как будто мосты развели, да, Вика, как в Питере. Да, как в мультике Даши и Башмачок. Классно, слушай, здорово. Ого, это... Ой, невозможно. Невозможно. Это просто... Так, Вика, они растут или перестали? Растут, растут, еще растут, точно. Смотри, это какими пузырьками покрылся. Посмотри, слева который. Видишь? Да. Какие прыщи у него вылезли, фу. Прыщи. Все, выключаю. Выключай. Осторожно. Вот это да. Вот это мешки. Снежные мешочки. Или что это такое? Ой, тарелка очень горячая. Как? Кто это вообще, Вика? Ой, здорово, они такие воздушные. Можно потрогать. Сейчас немножко остынут, обязательно можно будет. Потом мы их в воду бросим. Да, потом мы их обязательно бросим в воду и посмотрим, как это мыло ведет себя в воде. Ребят, у нас провонял весь дом от этого запаха мыла, поэтому мы закрыли здесь ванной, а наша квартира вся проветривается. Смотрите, что у нас получилось. Вот такие вот кусочки. Они достаточно легкие, да, Вика? Да. Получились такие невесомые. Смотрите, смотрите, как оно крошится. Вот. Оно внутри очень-очень пористое, как губка. Посмотрите. Вот. Оно крошится, но оно все еще горячее внутри. Вика, смотри, что происходит. Вот. Смотрите, что от мыла стало. Я уже закрою. Фу, и также очень сильный запах. Вообще выглядит как, да, как монтажная, фу, как монтажная пена. Так, а давай вот этот кусок под воду посмотрим.
можно, кстати, мыться. Классно! Но повторяю, не делайте этот эксперимент без родителей, потому что там мыло или сгорит, задымится и все что угодно. Очень опасно. Ставьте лайк, если вам понравился наш эксперимент. Всем пока! Вика увидела этот эксперимент совершенно случайно. Да, вот заново. Ну что, пойдемте? Да!